Сегодня днем в Самаре произошло ЧП на проспекте Карла Маркса. Рухнул строительный кран, а его стрела полностью парализовала движение на дороге. По словам очевидцев, крановщик успел выпрыгнуть, когда почувствовал, что стрела накренилась. Мужчина остался жив и не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они организовали движение по обочине, а на проспекте Карла Маркса образовалась большая пробка. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.